За нашу и вашу свободу оккупантам не место в Грузии. Плакаты с такой надписью держат участники акции в Новосибирске. Оппозиция провела митинг памяти погибшим 9 апреля 1989 года. По имеющейся информации, милиция города не вмешивается в происходящее. Организаторы протестной акции подали заявку на проведение митинга задолго до трагической даты. По словам организаторов, акция приурочена к приезду премьер-министра Владимира Путина в Новосибирск.